Сегодня у меня в обзоре магниторадиолова Рекорд 301, Бердский радиозавод. Шкала горит. Настройки, волны. Магнитофон включается двумя кнопками. Громкость, тембр. Сверху находится магнитофон на базе ноты. Сейчас мы послушаем, как звучит. Перемотка вперед, перемотка назад. Добавок еще записывает. Запись сделана на этом магнитофоне. Скорость 9 метров в секунду. Задней панели нет, к сожалению. Шнур родной. То есть вот все как было, так и состояние корпуса. Тоже такое среднее. Главное, в комплекте крышка головок. Это обычно ее нету. Сбоку панель. Пожалуй, все.